Если у вас не сращиваются мышцы, не сращиваются сосуды, есть варикозное расширение вен, также нога синеет, вам нужно использовать метод белой глины. Каким образом это делается? Мысленно представляете, будто в правой руке вы держите прямо кусок белой глины. Мысленно после этого, не мысленно, а прямо вот так, бросаете на тело человеку эту белую глину, закрываете глаза и представляете, будто вы ее вдоль кости размазываете, намазывая прямо на кости, на стопу, или на колено, и на бедро, или на позвоночник, на что-либо еще. Представляете, делается это так, на вдохе-выдохе, побросал и после этого размазал, поняли? Побросал, размазал. Эффект потрясающий. Я говорю вам это серьезно. Мысленно, сколько выполнять? 1-2-3 минут достаточно для того, чтобы на протяжении где-то 12-13 часов происходил эффект лечения. Себе